День Благодарения – один из самых любимых в Канаде праздников. В этот день члены семьи собираются за одним столом, на котором в обязательном порядке красуются ставшие традиционными фаршированная индейка с клюквенным сиропом и тыквенный пирог, и воздают благодарность Господу за все то хорошее, что даровал Он им в прошедшем году, возлагая надежды на то, что и в будущем их семью не покинут мир, покой и счастье. Традиция празднования Дня Благодарения, долгое время не имевшего точной даты, была окончательно закреплена канадским парламентом в 1957 году, постановившим каждый год во второй понедельник октября праздновать окончание сезона сбора урожая, благодаря Богу за щедрые дары, которые Он послал за последний год. Каждый год к Дню Благодарения в Канаде приурочен Китченер-Ватерлоо Октоберфест, фестиваль, прообраз немецкого Октоберфеста. Главным событием фестиваля становится Китченер-Ватерлоо Октоберфест парад, грандиозное зрелище национального масштаба, проводящееся в пятницу перед Днем Благодарения. Его зрителями и участниками становятся десятки тысяч гостей, например, в 2009 году парад посетили 150 тысяч человек. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.